Всем привет! Сегодня у меня такая идея фикс. Я хочу прогуляться по набережной, пройти по стадиону имени Ленина, заглянуть на Комсомольскую площадь и посмотреть, работают ли общественные туалеты. Итак, мы сейчас находимся под сквером Воинской Славы. И я вижу, тут буквально не так давно, может год-два, сделали прекрасные общественные туалеты. И сейчас мы посмотрим, можно ли мы туда попасть. И вообще, работает ли он. Конечно, должен работать, ведь все продумано у нас. Но нет, туалет не работает по техническим причинам. Ладно, продолжим. Ребят, на второй туалет у меня очень большие надежды. Он находится рядом с утесом. И, соответственно, здесь самое большое количество туристов и отдыхающих. И я надеюсь, что здесь нам удастся все-таки свою миссию исполнить. Да что такое, ну вы что? Ребят, и здесь закрыто. Ладно, будем искать. Я на Комсомольской площади. И иду к третьему туалету. Я знаю, что он точно платный. Но я уже согласен на платный. Ну-ка, подходим ближе. И ура, бинго, он работает. Вот эти кабиночки, думаю, что позволят нам воспользоваться благами цивилизации. Продолжаем наше расследование. Вот мы сейчас на стадионе Ленина, рядом с катком. И вот еще один туалет, на который у меня тоже есть определенные надежды. Но они несбыточные. И он закрыт. Ладно, продолжим искать. Мы сейчас находимся рядом с фудкортом. Вернее, рядом с катком на фудкорте. И посмотрим, работает ли туалет здесь. О, это обнадеживает. Не будем туда заходить. Я вижу, что он работает. Правда, запах оставляет желать лучшего. Конечно, надо с этим туалетом что-то делать, потому что тут просто неприятно находиться. Вот мы сейчас рядом со стадионом имени Ленина. И есть еще один неплохой вариант. Сейчас покажу вам его. Хотя там тоже, по-моему, с запахом проблемы. О! Работает. Туалет женский, вход платный, 20 рублей. Ну что ж, неплохо, неплохо. Ребята, я притопал на набережную Невельского и помню, что здесь точно был общественный туалет, но сейчас его не вижу. Может быть, его ставят только летом, а зимой как бы считается, что не принято, что людям тоже что-то нужно. Вот. Сожалею, конечно, но в этом районе я больше не знаю общественных туалетов, поэтому на этом буду заканчивать и подводить итоги. Друзья, ну, я не могу сказать, что я прям доволен результатами нашей сегодняшней инспекции небольшой. И, конечно же, всех приглашаю все равно гулять по нашим замечательным местам. И на утес приходить, и на набережную, и на стадион Ленина. Но на всякий случай, в избежание всяких неприятных моментов, наверное, лучше с собой иметь какую-нибудь баночку или другую емкость. Всем пока!